Доброго времени, уважаемые гости и подписчики канала «Записка Мастерия». На обзоре 78 номер коллекции «Моя страна. Собери карту России» от издательства «Ашет». Распаковываем, изучаем содержимое. Вот такой журнальчик здесь. И фигурка альпиниста с подставкой. Так, содержание этого номера. Анонс 79-го выпуска. Здесь будет фигурочка снегиря с подставочкой. Первая рубрика. Россия, история, современность. Кавказ. Самые высокие, самые молодые и самые известные в нашей стране горы – кавказские. Вместе с предгорьями и окрестностями их называют Кавказом. Вот на склонах Кавказских гор немало древних заброшенных поселений. А там, где горы соединяются с морем, выросли чудесные курортные города. Многие народы Кавказа исповедуют ислам, поэтому здесь много старинных и современных мечетей. А также, несмотря на все отличия, народы Кавказа имеют много общего, например, любимый танец лезгинку. Гора Эльбрус. Воздушные прогулки на канатной дороге. Какие красивые горы на рассвете. Рубрика «Секреты зодчества». Дворец Эмира и каскадная лестница. Хочешь увидеть своими глазами настоящий дворец Эмира Бухарского и лестницу длиной в километр с каскадами и фонтанами? Тебе на Кавказ, в город Железноводск, в Ставропольском крае. Вот такой вот дворец Эмира Бухарского в Железноводске. Яркие, изящные керамические резные узоры украшают фасад дворца Эмира. А летом вдоль каскадной лестницы стоят стены пышных деревьев. Красота. Рубрика «Чудеса природы. Минеральные воды». На северных склонах главного Кавказского хребта есть удивительное место, где из-под земли бьют источники с целебной минеральной водой. Чтобы удобнее было пить воду из источников, оборудуют специальные бюветы и галереи. Нарзанная галерея в Кисловодске. Приятное место для прогулок. А это вода в провале. Она богата соединениями серы, придающими ей красивый бирюзовый цвет, но противный запах. Рубрика «Дива дивная. Альпинизм в России». Разные причины заставляли людей подниматься в горы. В горах прятались от врагов, молились или охотились. Горы изучали, чтобы проложить дороги, добыть полезные ископаемые. Вон альпинист карабкается. На крутых склонах альпинисты используют специальные снаряжения. Вот как раз когти, веревки, снежный барс. Вот как раз таки альпинистские кошки. Так, это у нас пик Казбек. Красив в любое время года и суток. А чтобы подняться на Эльбрус, любителям требуется 8-10 дней. Рубрика «Золотые руки». Кубачинские сокровища. Кубачи – это небольшое горное селение в Дагестане. Но оно известно не только в России, но и во всем мире. А все благодаря оружейному и ювелирному ремеслу, которое развивается здесь уже много веков. Вот такое вот национальное украшение серебра для головного убора. А вот кинжалы, созданные мастерами поселка Кубачи. Красотища.
Так, это... Дома на крутом склоне в старой части Кубачей лепятся друг на друга живописными террасками, образуя беспорядочные лабиринты с узкими проходами, лестницами и галереями. А плоские крыши нижних домов часто служат внутренними двориками верхних. Свое мастерство кубачинские златокузнецы передают из поколения в поколение. А уникальные произведения кубачинского искусства хранятся в коллекции крупнейших музеев России и зарубежных стран. Рубрика «Поиграем. Веселые задания». Все, что относится к этому выпуску. Так, сборка карты, 78 этап. С этим выпуском получил вот эту фигурку альпиниста с подставкой. Вот такой вот альпинист. Ну, неплохо, неплохо. Вот. Взбирается на горную вершину. Следы сделали. Прикольненько так. Молодцы. Практически весь экипирован. В рюкзаке, наверное, все хранится у него. Еда, снаряжение. Ну, в принципе, хорошо все выглядит. Так, подставочка. Поднимайся в горы. Так, так, ага. Значит, установим у тебя Камчатка и Колыма, часть карты. Ну что ж, переходим к нашей карте. Вот наша карта. Так она выглядит на 77-м этапе сборки. Переходим к 78-му. Установлю фигурку альпиниста. Как видите, я опять без Сонечки. Не успела она поправиться к этому выпуску. А, к сожалению, даже попала в больницу. Вот эта неприятная ротовирусная инфекция дала осложнение. И она заработала себе гайморит. Очень неприятная болячка. Сейчас отлечится. Будем надеяться, что в скором времени приедет домой, то без нее очень грустно, скучно и тоскливо. Так, ну вот, новая фигурка появилась. Все больше и больше карта разрастается, пополняясь фигурками. Ожидаем 79 номер. А у меня на это все. Спасибо за внимание. Добра вам и процветания.